Казахстан ожидает, что страны, входящие в Евразийский Союз, в первую очередь Россия, Казахстан, Белоруссия, будут участвовать в реиндустриализации. Потому что за время независимости, 25 лет, мы полностью растеряли, мы были индустриально-аграрной страной, полностью все это растеряли, мы стали просто заниматься, знаете, этим реэкспортом китайских товаров, и все. Практически все население было занято этим. На юге рынок Карасу, на севере крупнейший рынок всей Центральной Азии, Дордой. Вот два рынка. Практически все население занималось этим купи-продай. И, в принципе, это даже не бизнес-элита, понимаете? Это не предприниматели в подлинном смысле слова. Поэтому здесь тоже могут быть коллизии, потому что российские технологии, я имею в виду технологичность европейских схем предпринимательства, это совершенно другая. Они будут создавать инфраструктуру, они будут экспансию совершать, а, соответственно, они столкнутся с предпринимателями другого типа, там, которые у нас находятся. Ну, ожидания у населения, вот что... У нас наконец-то опять появится нормальная инфраструктура, рабочие места. В основном упор делается фонд развития. Будет вот 500 миллионов долларов выделено России, вот Казахстан 100 миллионов. Из них 250 российских поступили, 100 поступят. Это перерабатывающие предприятия, фрукты, овощи, мясо-молочные. Потом создается фонд, чтобы поднять предпринимателей, как бы давать им деньги, но там очень интересно, потому что это вызывает очень сильный протест, потому что по проектам будут выделяться от 50 до 100 тысяч долларов и выше, а таких бизнесменов в Казахстане нет, понимаете, поэтому как бы непонятно, для кого эти деньги предназначены, поэтому деньги лежат, пока не пересмотрят как бы ставки. И это вызывает подозрение в Кыргызстане, что это предназначено для российских бизнесменов, которые придут в Казахстан, понимаете? Потому что кыргызских бизнесменов, которые могли бы 50 тысяч вложить, нету практически, там по пальцам пересчитать. Вот, очень много таких коллизий, но в целом, конечно, все вздохнули с облегчением, все рады, товарооборот растет.